Игровщица Протона Анастасии Черновой, которой посвящена сегодняшняя история успеха, всего 18 лет. Но юный возраст не преграда большим достижениям. В российской суперлиге волейболистка дебютировала в составе Протона в 16. Дальше больше. Золото летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля, бронза молодежного чемпионата мира, и Настя еще только в самом начале своего пути. Своими спортивными секретами волейболистка поделилась с нашим корреспондентом. Когда Анастасия Чернова пришла в волейбол, ей было 7 лет. Пор девочка дала мама, так как сама занималась пляжным волейболом, правда, любительским. Тогда мы посоветовались с друзьями мамы, куда можно сходить. И она посоветовала Козлову Ольгу Валентиновну. Это детско-юношеская школа, моя первая тренерша. И тогда я начала свой путь. Путь Анастасии действительно прошла большой. Начинала, как и все спортсмены, с областных соревнований. А теперь в ее копилке победы на всероссийских и международных турнирах. В 14 лет Анастасия попала в молодежный состав «Протона», а сейчас играет в основной команде. Тренеры сразу заметили перспективную спортсменку и возлагают на нее большие надежды. Тренер Настя отмечает, что трудолюбие и упорство – главные качества волейболистки. Первое, что очень приятно и очень радостно, что на нашей саратовской земле растет такой перспективный спортсмен, волейболистка, которая заслужила место в сборной молодежной, в сборной России. Я надеюсь, с ее трудоспособностью, да, с ее желанием, с ее стремлением, у нее есть все шансы попасть в основную сборную России. В июле 2019 года Настя выступала за юношескую сборную России на летнем европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку. Приняла участие в одном матче группового этапа против Румынии и по результатам турнира получила вместе с командой золотые медали. А в июле этого года приняла участие в чемпионате мира среди женских молодежных команд, завоевав бронзовые медали. Серьезные соревнования и серьезные травмы, но несмотря на них, волейболистка продолжает играть. У меня слабые голеностопы, голеностопные суставы, и у меня примерно 3 раза надрывался, разрывалась связка, и это приводило к долгим паузам, перерывам, но в итоге я восстанавливалась и продолжала. Побеждать и не останавливаться на достигнутом – девиз каждого спортсмена. Анастасия уже пользуется популярностью у фанатов, а тренеры верят, что воспитанницу саратовской волейбольной школы ждет блестящая карьера. Цель на ближайшее время – попасть в основной состав сборной нашей страны. И Анастасия, она по плечу. Рауль Мамедов, Анастасия Казимирова, Алексей Матвеев, Павел Криглевец. Вести, Саратов.